знаете, мы получили аналогичное предложение еще месяц назад. Инициативная группа обратилась к нам с предложением от Церетели передать статую бесплатно, но при условии, что субъект Российской Федерации, Ленинградская область, подберет достойное место и изготовит постамент. Потому что сама статуя предполагается высотой порядка 70 метров, из них 30 метров – это сама статуя, которая выливается на пол внутри. Но, вид такой полноценной статуи и примерно 40 метров постамент. По крайней мере, так задумал Церетели. Поэтому мы сразу сказали, что мы готовы постамент изготовить. Мы очень долго подбирали место. Мы смотрели 7 площадок и пока остановились на 2 площадках. Это Колтушские высоты и это Невский лесопарк Замантово мостов. В первом случае с Колтушских высот статуя будет видна из любой точки Санкт-Петербурга, с кольцевой дороги западно-заводского скоростного диаметра. Во втором случае она будет видна и из Петербурга, а самое главное, она будет видна всем тем теплоходам, лодкам, которые проходят по Неве. Дело в том, что в Невском лесопарке тоже есть возвышенность, на которой можно ставить статую. В любом случае мы хотели, чтобы эта статуя действительно была украшением и города, и области, а с другой стороны она не давила над доминантами петербургской архитектуры. Это очень важно. Вот, по крайней мере, свой ход мы сделали. Мы два варианта предложили. Спасибо вам большое. Спасибо.